Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил государственные награды и региональные знаки отличия жителям региона, внесшим серьезный вклад в его развитие. В числе награжденных промышленники, педагоги, ученые, рабочие заводов, ветераны, спортсмены, деятели культуры, общественники. Как подчеркнул президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, каждому поколению нужны люди, способные вдохновлять, задавать ориентиры и совершать героические поступки. Замечательно, что именно такими людьми богат наш регион. Вы – главные герои нашего времени. Каждый день вы двигаете наш регион вперед, приумножаете его добрую славу и благосостояние. Ваш опыт и знания – это залог успешной реализации нашей программы «Пятилетка развития», призванной вывести Свердловскую область в число лидеров, российских лидеров, и обеспечить высокое качество жизни уральцев. Я желаю вам на долгие годы сохранить ваше замечательное жизнелюбие, энергию и инициативность. Звание «Почетный гражданин» Свердловской области присвоено председателю Совета директоров русской медной компании Игорю Алтушкину, генеральному директору авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергею Скуратову. Также посмертное звание «Почетного гражданина» Свердловской области было присвоено выдающемуся уральцу Владимиру Букину, при котором был разработан и принят первый генеральный план Екатеринбурга. Началось строительство первой линии Екатеринбургского метрополитена. Также двое свердловчан награждены благодарностью президента Российской Федерации Евгении Козым. Трудится на Каменск-Уральском металлургическом заводе, оператором линии по обработке цветных металлов. А Владимир Крикунов является главным тренером хоккейного клуба «Автомобилист». Также присвоены почетные профессиональные звания. Например, главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шипаренко удостоена звания «Заслуженный метеоролог Российской Федерации». А технический директор, заместитель генерального директора Сухолужского огнеупорного завода Виктор Шишкин – звание «Заслуженный металлург Российской Федерации». На торжественном приеме Владимир Ралдугин, главный специалист группы по работе с ветеранскими организациями отдела морально-психологического обеспечения управления по работе с личным составом ГУМВД РФ по Свердловской области, председатель Совета Свердловской областной общественной организации ветеранов, органов внутренних дел и внутренних войск, был удостоен знака отличия Свердловской области за заслуги в ветеранском движении. На территории Артемовского городского округа также проходит чествование и награждение жителей района, трудящихся в разных сферах деятельности и внесших большой вклад в развитие своих предприятий, организаций и учреждений почетными грамотами главы Артемовского городского округа, благодарственными письмами и грамотами Законодательного собрания Свердловской области, областных министерств. Руководители передовых предприятий награждаются почетными грамотами главы за успешный и весомый вклад социально-экономического развития всего района. Кроме того, ежегодно проходит присвоение заслуженным артемовцам звания «Почетный гражданин Артемовского городского округа».